Рекламы в печатных изданиях станет больше. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении площади рекламного материала в журналах и газетах, которые не являются рекламными. Объем материала увеличили с 40 до 45%. Поправки внесли в налоговый кодекс страны. Они начнут действовать с 1 января. При этом инициатива не отменяет норму о льготной ставке НДС. При увеличении объема рекламы СМИ будут платить 10% налог.